Более 100 студентов Якутии проверили свои знания по истории российского предпринимательства. Олимпиада проходила на трех площадках – СВФУ, ЕГСХ и в Нерюнгри. Победитель получит право участвовать на федеральном этапе в МГУ. Человек, который знает свою историю, он как бы очень крепко стоит, скажем, на своих ногах. То же самое, если предпринимательство у нас в Якутии, предприниматели и молодые люди, которые собираются заниматься предпринимательством, будут знать историю, то, я думаю, их бизнес будет очень крепок и силен. Заданий много, они очень разнообразны. Там есть с вариантами ответа, есть узнать по фотографиям и написать, допустим, сочинение и тому подобное.